6 этапов или условных шагов, которые должен пройти пациент при обоснованном подозрении на наличие опухоли в желудке до полного понимания масштаба проблемы. Первый этап – это консультация врача, онколога. Далее эндоскопические исследования. Фиброэзофагогастродуоденоскопия с биопсией подозрительного очага. Третье – микроскопическое или гистологическое исследование с уточнением некоторых иммуногистохимических характеристик опухолей. Наличие микросателлитной нестабильности и экспрессии рецепторов к человеческому эпидермальному фактору роста с таким веселым названием, как HER2-NEO. Четвертое – определение уровня онкомаркеров в крови. Уровень ракового эмбрионального антигена, онкомаркера CA72,4 и CA19,9. Пятое – это выполнение компьютерной томографии груди и живота, а также магнитно-резонансной томографии малого таза. Ну и шестое – это выполнение диагностической лапароскопии. Пожалуйста, подписывайтесь на мои ресурсы, телеграм-канал, инстаграм, ютуб. И читайте на моем персональном сайте костюк.ру подробности о том, почему каждый из этих этапов очень важен. И ни одного из них нельзя пропустить. Берегите себя.